Всем привет! Если вы счастливый обладатель 3D принтера, и если у вас ну никак не получается подключить его к программе Pronter Face, это видео может оказаться для вас полезным. Я сам долго бился, не понимая, почему практически каждый раз принтер отказывался выходить на связь, и в какой-то момент случайно выполнил цепочку действий, которая пусть и через костыли, но решила проблему. Все оказалось довольно просто. Pronter Face по какой-то причине постоянно думает, что порт принтера занят другим приложением, однако его можно обхитрить. Для этого включаем принтер. Подключаем его к компьютеру. И запускаем программу Pronter Face. Выбираем порт принтера и скорость передачи данных. В моем случае порт номер 9 и скорость 115-200. Нажимаем кнопку Connect. Видим надпись Connecting, и ничего не происходит. В таком случае окно Pronter Face надо закрыть, причем именно закрыть, а не свернуть. Далее мы открываем среду Arduino. Выбираем 9-й порт в данном случае. И нажимаем монитор порта. Если все пойдет гладко, то у вас сразу же здесь прилетят данные с принтера. Если вдруг по каким-то причинам они не прилетают, мы вытыкаем кабель из принтера и втыкаем его снова. Закрываем монитор и открываем его еще раз. Как только прилетели данные с принтера, можно закрывать и монитор, и Arduino. Снова открывать Pronter Face и нажимать кнопочку Connect. Как можем заметить, принтер is now online. Для проверки отправляем в него G28. Он паркует головку печатающую и можно работать. Собственно, на этом все. Можно калиброваться и печататься. Если видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. А если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всем пока!